Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь с вами «Мыльная пена», в которой мы всегда рассказываем вам о забавных, скандальных, а иногда и очень грустных событиях из жизни латинских звезд. Ну, начнем мы с венесуэльца Гильермо Давилы. Вы знаете, он актер и певец. Тот, кто видел грязную мордашку, тот не забудет его никогда. Он приехал в Пуэрто-Рико для продвижения нового диска «Мивида» и попал в больницу с острой пневмонией. Ну, какое-то время ему было настолько плохо, что его поместили в палату интенсивной терапии и даже присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но теперь, слава богу, Давила идет на поправку. Его жена и его пресс-секретарь вовсю общаются с прессой. И пресс-секретарь даже сказала, что его физическое здоровье, его физическая форма как таковой настолько хороши, что это очень здорово помогает ему в выздоровлении. Ну, то есть имеется в виду, что если бы он был менее тренирован, выздоравливал бы он гораздо труднее. Ну, желаем ему всяческого, так сказать, выздоровления. Надеемся, что скоро он порадует нас новыми своими песнями. А вот у венесуэльца Хонатана Монтенегро дела не настолько хороши. Его обвинила жена в психологическом насилии. Обследование женщины, когда она подала заявление в полицию, доказало, что с ней действительно жестоко обращались, вот, что насилие действительно присутствовало психологическое, ее оскорбляли словесно, создавали невыносимые условия и т.д. и т.п. Ну вот интересно, как это выяснилось. Наверное, работали крутые психологи, наверное, они очень здорово понимают, где правда, а где ложь. Потому что вы же понимаете, что обиженная женщина может сказать все, что угодно, и тому у нас тысячи примеров. Ну, а физического насилия, так сказать, было не обнаружено. То есть Хонатан руки не распускал. Жалоба была подана в июле. В августе пара уже рассталась. С тех пор они живут отдельно. И если будет действительно доказано то, что женщина говорила, да, то по венесуэльским законам Монтенегро полагается от 6 до 18 месяцев тюрьмы. Ну-ну, посмотрим. Значит, еще один страдалец на почве мнимого или реального домашнего насилия – Освальдо Риос. Ну, у него на самом деле сейчас все в порядке. Он процветает, снимается вовсю в Штатах. У него в послужном списке уже 3 фильма, в которых он принимает участие, не считая фильма, в котором он не только играет маленькую роль, но и выступает в качестве продюсера. А ведь кто-то предсказывал Освальдито ужасный конец и ужас без конца одновременно. Это когда его вышибли с телевизора. После огроменного скандала с его бразильской женой. Она не слазила с экранов и рассказывала всем, какой он мерзавец и подлец. И ее бьет, и марихуану в присутствии детей курит, и часовню тоже разрушил. Ну вот, он человек, конечно, которому ужасно не везло. Вы помните, что он даже и в тюрьме у нас посидел несколько месяцев, когда его очередная пассия обвинила в побоях, что потом оказалось, мягко говоря, вымыслом. Вот. Ну, а сейчас, кажется, все налаживается. Что забавно? Забавно то, что у него сейчас взяли интервью на Телемундо. А это именно та телекомпания, которая выкинула его на улицу, разорвав контракт. Вы помните, там был жуткий конфликт на съемках теленовеллы «Клятва» с Эктором Суаресом Гомесом. Значит, Эктор Суарес, который Гомес, очень долго к Освальдо приставал, всячески оскорблял его и его пуэрториканское происхождение, а потом просто взял и кофе ему в лицо выплеснул. Ну, естественно, была драка. Выгнали, как водится, обоих. Разбираться не стали, кто там виноват. Ну вот, а сейчас у Риоса берут интервью, да, и делает это никто иной, как его бывшая жена Кармен Доминичи, которая даже пошутила, что никогда до сих пор не брала интервью у своих бывших мужей. Ну ничего, когда-то надо начинать. Надеемся, что ей предстоит брать у Освальдо еще много-много интервью. Представляете, Освальдо получает Оскар, а Кармен с микрофоном стоит. Дорогой Освальдо, как я жалею, что мы с тобой расстались. Ну ладно, теперь у нас другая история. Еще одна пара, которая когда-то рассталась, выдает, так сказать, секреты своей жизни. Моника Фонсека, бывшая жена Марка Тачера, откровенничала с журналистами. Вот, она дала интервью одной из радиопрограмм колумбийских и рассказала о своих отношениях с Марком. И тоже рассказала, что бывший муж над ней ужасно издевался. Ну,
В общем, получилось так, что в 2009 году они поженились. 2 года они прожили в Колумбии до 2011 года. А потом их отношения начали стремительно портиться. Значит, что там получилось, не очень понятно. Она говорит, что Марк от нее отдалился, стал очень холоден. Это жутко оскорбляло ее, так сказать, понижало ее самооценку. Ну, а потом она сказала, что были случаи не только психологического насилия, но и прямые побои. Вот. В общем, эти месяцы для нее были кошмаром полным. Она Марка бросила. И вот сейчас она совершенно счастлива со своим мужем Хуаном Пабло Рабой. У них 2-летний сын. А свою жизнь с Марком она желает забыть, как вообще ужасный сон. Ну что же. Ну а теперь у нас, как всегда, гвоздь программы Уильям Леви. Он всегда у нас дает почву для скандалов. Вы знаете, Леви у нас мужик талантливый. Ну, что там приключилось очередной раз? Не успели утихнуть все эти жуткие сплетни про его отношения с Хименой Наварете, как вновь началось. Значит, его обвиняют в отсутствии профессионализма из-за того, что он не стал участвовать в антрепризе без цензуры. Ну, там предполагается, что там самые красивые актеры Мексики, значит, выступают на сцене, и в процессе им приходится раздеваться. Ну, само собой, публика, привлеченная именем Леви, раскупила билеты. И что вы думаете? Ага. Народ купил билеты в надежде посмотреть на Вилли без ничего, а его и нету. Продюсер даже вынужден был объявление делать, что не ждите, граждане, нашего Вилли его не будет. Вот. Народ возмутился. Леви стал объясняться, что извините, ну, у меня столько работы, что у меня там и рекламу я снимаю, там еще что-то такое у меня. Ну, не могу, нет у меня никаких физических возможностей. Тут же абсолютно коллеги высказались, обвинили его в нарушении профессиональной этики, а некоторые типа Лорены Эреры даже назвали его предателем, хотя ей-то чего жаловаться. Ее муж в эту антрепризу тут же вошел. Вообще, на самом деле, радовались бы, теперь на них будут смотреть, а не на красавца Леви, правильно? Ну и тут еще что интересно. Ходят очень настойчивые слухи, что Элизабет Гутеррес ждет 3-го ребенка. Вот. Очень интересное событие. Ну, будем ждать, потому что всякое может быть. Вы помните, да, что из-за скандала с Хименой Наварете между Вилли и его гражданской женой были сильнейшие разногласия. Значит, Вилли даже в одном из интервью сказал, что Химена его подставила специально, что ей вот эти все слухи скандальные нужны только для, так сказать, рекламы. А Элизабет даже стала появляться без кольца, которое Леви ей подарил. А вот на днях кольцо вновь вернулось на свое законное место. Ну, мир, дружба, жвачка. Еще одна новость. 51-летний Марсело Буке собирается жениться. Его невеста Прис Круз, отличное имя, конечно, ей всего 22 года. И Марсело очень прагматично подошел к женитьбе и решил посмотреть, как его юная невеста будет общаться с его сыном Марселем. Правильное решение. А вдруг девушка будет ребенка обижать? Ну, тут, в общем, что? Можно сказать, что очень хорошо, что Марсело все-таки нашел кого-то себе, потому что он вдовец, его жена умерла 2 года. Его ребенку было тогда всего 4, сейчас мальчику 6 лет, и, конечно, ему нужна мама. Вот. Ну, в общем, теперь Марсело решил, что его сердце открыто для новой любви, ну, дай бог ему счастья. Ну и напоследок хочется вас развлечь и показать несколько фотографий с Хэллоуина. Как вообще люди над собой издеваются? Посмотрите, что с собой сделали Крис де ла Фуэнте, Хайме Камил и Анаи. Ну, чудные лички, не правда ли? Ну вот, на этом все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.